Блядь! Walk in the jungle. You get it, right? Walk in the park, walk in the jungle. Yeah, I get it. Would have been much easier. Да, я понял. Чем? Говорю, в следующем прохождении. Угу. Прям сквозь джунгли. Вообще, кстати, меня в самом начале раздражала эта хуйня с раздельным экраном, но, если честно, прикольная идея, потому что создает такое небольшое впечатление, типа как будто на одном экране играем. Обернись, сладкий. Кто меня за жопу щипнул? Бля, да давай аккуратнее махай, побреешь меня с такими темпами, блядь. Все волосы на жопе уже сбрил, бля. Still got the diamond. I do. What makes you so sure about that? I don't know, a gut feeling, I guess. Пошёл ебланый застрелил покупателей. Да, потому что, блядь, он убивает потенциальных покупателей. Уже первого застрелил, Тарк тоже. А, не, я понял, знаешь, у него как это работает. Он типа приглашает покупателя. Не, он приглашает покупателя, удостоверяет, что у него есть деньги, убивает его и так следующего. Ну, если так, то хоть логично, бля. Но я сильно сомневаюсь, что это так. Пиздец, бля. Аллигаторов бы здесь, нахуй. Угу. Я сейчас... Цап за жапу. Цап за жапу. Тебя Лео, смотрю, заразил, да? Сам зажал. Ой, блядь. Это перебор. И этот... О, братья по разуму. Чё, пошли. Я бы отсюда остался. За флангу, да, я за флангую их, а ты... Можно по-тихому их убрать, я думаю. А, убрали. Не. Бля, я тут хедшот расставлять должен. I think that's all. Чувствую, Харви нас уже ждет. Оу, как я ему попал, смешно. Че, распидорасило? Ну, там красное пятно на пол головы. Где? Не у этого, там один за камнем лежит. Ну, я в трупы не могу стрельнуть, смотри-ка. Надругиваться нельзя. О, Лео, мне нужна твоя помощь, я не могу шифер... отодвинуть. Всё, тот же, он преследует нас. Да. Ебаный шифер, который нас преследует. Да. Леонардо, во что ты нас тянул на этот раз? Лёнчик, приди, порядок наведи. О, Барретт? Я у бабы снайпер. Или противотанковая советская. Да. Не, я у мамы снайпер, я буду стрелять в ничего не подозревающих противников и промажу. Ну, надо, чтобы заявить о себе. Посмотрите, парни, у меня есть бары там, а что за говно? Угу. Перекат укрытия. Угу. Ой, боже мой, секрет серый!
Бля, у тебя там этот, что ли, пулеметная лента к нему присобачена? Пиздец, передряжаться не слышал никогда про такое. Лео, дерни ручку двери. Конечно. Кажись. Он зеленым промажет. Кажись, стреляли, надо прикрыть арбуз. Ке? Ты мне покекекай здесь. Лео, я прикрою! Как приближать-то? Уже, братюнь! Блядь! Ой, блядь! Ой, ебать! Ой, кто-нибудь, помогите мне это развидеть! Этого не вижу, он там у тебя запрятан. А иметь-то позицию могу, не? А, могу, все. Ты что-то сижу как дурачок. Смерть небес! Бля, камер, конечно, тут пиздец, когда стреляешь. Как я тебя прикрою, меня тут самого хуярит. Прикинь, как весело здесь было бы с дробовиком. Ага, вообще. Надо было все-таки М14 здесь. Да, точно, все. Может, еще будут. Давай я тебя тут этот. А, мне спускаться надо. Да, понятно, нам дверь надо открыть. Лео, приди! Да ладно, почему? Он веревочку срезал, закинул, и нормально. Чё за нерукодельные парни прям? Там даже доски, из которых можно какой-то крюк нормальный сделать. Опа. Hey, Leo, come here. Бля, ребят, нужно на колесиках. Я вот... Мне вот интересно, сколько этот бриллиант, блядь, стоит, пиздец? Позицию занял? Да. Че ты направо-то не пошел? А там можно? Там же развилка была от прихода. Я не увидел. Я дай дурачка попробую по-тихому снять. Мне интересно, можно? О, смотри, можно. Походу тебя заметили. При следующем прохождении, да, быстрее какого? Ну это да. Да не, мне не принципиально, там тихо. Пока... Вау. Че себе? Че я пропустил, ты как-то так отъехал? Че-то у меня парень, по-моему, завис. О, нет, лагал.
Ох, ты посмотри, разрушаемость даже есть какая-никакая. Прям пиздец. Ты ж сказал, это все были. Откуда тут еще люди? Мерда! Воу-воу-воу-воу-воу! А, пута мерда! Чё, где враги? Let's go through the gate. Hurry up. Бля, какие быстрые вообще. Оп, ща гранат. Винсон прям перемещается как инвалид, пиздец. Чё, не? О, не, о, машина, давай. Эй, Лео! Я ж подумал, она сейчас такой, где-то, под углом 90 градусов развернется и в ворота. Понятно. Бля, был бы я на месте Харви, я уже 10 раз улетел нахуй. О, да неужели? Ну, наконец. А, пока ты... Не могу. Я там подумал. Давай поугараем. Как хочешь. Мы по логике должны сейчас в помещение войти. Но наверное. Это не точно. Это не? Не сюда? Куда? Не сюда. Там ничего нажать не надо? А, господи, детский сад, пиздец. Два больших дядьки, у каждого в руке по автомату, никто не может замок настрелять. Господи. Чё за... По-моему, в любом случае с другой стороны надо быть. Бля, подожди. Раз, давай. Два, три. О, помещение. Нормально. О, черномазый. Стреляющий как черномазый. И выгляжу и стреляю так же. Ай, излючи, у меня дробовик, сейчас всех переебу нахуй. Пришло время близкого контакта, ё-моё. Что ты там делаешь? Давай, готов? Бросаю. Ебать. Ой. Нахуй, это чё, С4 была, блядь, что ли, динамит? Всё, пизда парням? Смотри, намазы умер. Поджарило чёрного. Люблю, когда пропечется. Лео! Какой ты немощный. Я не могу перелезть через палку, я хочу её поднять. Бля, ну серьезно, нахуя вы ее поднимаете? Два дебила, бля. Чай вдвоем, ебаный. Ой, мать. Ты такой пиздец. Эй, слушай, иди сюда, сейчас пизди дам. На нахуй. Как дальность? Нормальная дальность. На нахуй. На мне бронежилет, мне ничего не страшно. Эй, на, сука, дробь в лицо. Я охотник. На, блядь.
Еее! Так, куда тут? В дверь? Опа! Бля, я забыл, что у нас перекаты есть. Ну чё там? Серьезно? Да, я чё-то подзабыл про крутые перекаты. Погнали, оп! Чё, где Харби? Take a look to my little friend! О, боже! Бля, во еблан нахуй, я б здесь... Звонит просто, но его, я скажу ему, что покупал. О, ебать, нахуй, стреляет как бог, я посмотрю. Блядь, стреляет, сука. Сука, меня проглючило, я подумал, что сейчас этому руку отстрелил. Но игра показала мне большой хуй. Здорово. Ай, люжи, попал, маслину поймал, братан! Блять, сейчас реально маслину поймаю. Ты раз, что-то не ебался вообще. Я очень неудачный угол стал. Хули его не помещает, ебать. О. Так. Справа, ты заебал по левой стороне, что тебя так тянет-то туда, блядь? Не знаю, просто как я справа был. Фу, слева был. Могу направо, не проблема. О, ебать. Блядь, из какого кармана ты их достаешь? Лео, давай. Интересно, а мы можем каждый свой вариант сделать? И, в смысле, что будет, если каждый захочет свой? Подожди. Угу. Готовься, давай. Попал прям в артерию, ух. Давай, ебать его. Куда стрелял? Ты? Я в корпус. Ты в хуй, в пах. Да? Не. Что ты? Какой пах? Что там, армия, блядь, что ли, приехала? Пиздец.
О, да. Угу. Лео, садись, я тебя прокачу. Ах, черт. Жалко. Ну, отстреливаться мы по-любому не сможем. Ну, ты зачем? Еее, крутые пацаны. Не, ну идея, конечно, ехать на... Не, ехать, конечно, на разных байках, это была гениальная идея, прям. Пиздец. Да, так бы можно было отстреливаться. Бля, хули-то они у меня впереди-то? Кажется, нас догоняют. Да, блядь. Чё-то я сейчас объеду вообще. Бля, как там едешь-то? Воу-воу-воу-воу! Ты отъедешь! Я нахуй влечу, этот как его! Бля, единственный трамплин, который... Бля, единственный трамплин, который ведет, блядь, в этот нахуй, в блокпост. Серьезно? Ты заебал. Бля, я... Я хуею. Я хуею, дорогая редакция, блядь. Да, да, езжай, все, вперед, уезжай. Не еби мне мозги. Да иди в пизду, блядь. Кто там меня так наяривает? Да, иха! Оу! Нихуя себе, КУТЕ пошло! Ох ты ж ебать! То есть у тебя потому что номер на байке счастливый. Да-да. На 13-м еду. Блять, да откуда новые-то, пиздец? Сука, мы убили вашего босса! Вам никто не заплатит! Вы ёбнулись, что ли? Он у них это. Да, абонемент ебаный. В случае платы двойная сплава. В случае смерти, да, двойная плата, блядь. А, да ты. Бля, кто там за мной такой наяривает-то, пиздец? Никого же нету. Кто отстает, потому и нас втыкают. Пиздец. О, ебать. Что это было, блядь? Минометы! Нормально, нормально. Блять, Лео! Мы кого убили? Президента Мексики! Сука! Не знаю, но походу платило нам не хуже. Эль президенты, блять, нахуй! Неужели? Пиздец, нахуй. Мне интересно, кто... Блядь. О, нет, лишь я этот... Нога болит. Ну, наконец-то. Что у меня в руке? У нас у обоих серые экраны, да? Да. Я прицелиться какого-то хуй не могу. Да,
один готов. Один гринго! На нахуй! Ай, блядь! Кто это? О, неужели явление Христа народу? Прыгай давай! Ай! Лео, не тормози! Да, я вожу лучше! Да ты заебал самолет пить! Ой, ебать! Три раза в самолет ед пусто! Ой! Ой, пиздец! Ты слышал, кто зашел на канал-то? Да я говорю, явление Христа народу! Трипл, блядь! Тебе дабл хватит, трипл тебе. Че вы там делаете-то, здорово? Заняты. Сбегаем из тюрьмы. Из тюрьмы сбегаем. Prison break. A way out. I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. Ясно. Хотел спросить, Far Cry 5, как мы там, 4-й, 5-й? Not really. Давай, чип, потом, да, чип потом, дай нам доиграть. Чё, титры? Ты не спешишь, надеюсь? Ты так забежал на 5 минут? Нет. Да, подожди, мы добьем. Походу, конец тут уже. Походу, это была хуйня из серии за двоих персонажей, да? 10 часов, да. Да, потому что... Чип, подожди пару этих мы... Скольки? Суть по моему таймеру, мы этот как бы играем как раз 5 с чем-то часов. С 12 часу, с часу там про это, да. Пока я тебе написал, с часу. Так что это где-то, да, на 5 часов. Да, на прохождение зараженных персонажей. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. Еще не конец? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Что-то мне подсказывает, что сейчас мы приземлимся, и нас там уже встречают. Как в дебильном кино, блять. Лео, what? Yeah. We there yet? Yeah. И мы такие обратно затеряемся. Винсент под прикрытием. Доступного, да. И мы такие обратно на терячку заезжаем. Ну чё, говорит, с чего начали, чем мы закончили? Вторая часть, ёпта. Да, сейчас такие сирены. Уиу, уиу. Нас же на радаре не видно. Ой, бля, серьезно. Сейчас такой, слушай, Пал. Да-да. И цвет волос изменился. Она ж блондинка была. Так она сейчас просто, видать, цвет так весело упал. Everybody stand down. Ну и кто из нас, давай? Винсент. Тебя подсадили, тебя не могли. А, камень. There you go. Good job, Vincent. Так и знал, сука. Ну, как его? Черномазая, когда его увидела. Как будто бы узнала. Да это такая хуйня, действительно. Так, прям совпало, что пиздец, да.